Импровиз, прошу прощения. Сейчас будет очередной импровиз, прошу прощения. Сделаю потише. Эй, кто хочет со мной пойти? Рисовать на серых стенах этого города. Эй, камон, пошли! Ребята, девчата, пошли со мной рисовать. Мелками, мелками на стенах мы будем рисовать и наплевать на мнение чертовых бабок и злобных теток, что с завистью уничтожат все. Мне просто, я вижу. Я вижу этот город чудом света, да. Просто давай вместе рисовать для него и сделаем чудо света. Наплевать на бюрократию, на ментов, на все это. Мы сможем победить. Черт их, мы сможем рисовать весь город. Разрисуем все мелками. И они не узнают его. Это будет самый красивый город на свете. Даже Хундерт Вассеру и Антонио Гауди это не удавалось. Так, я вижу. Стоп, я думал Мэри Джейн. Я собрал целую толпу крутых ребят и девчонок, чтобы рисовать мелками на стенах пейзажи, мелками для красоты. И мы будем бороться с депрессией каждый день. Закупайте мелки и снимайте все СМИ, зовите, как мы это делаем. Коронавирус нам, мы только вдвоем, мы вдвоем. Плевать на коронавирус. Нам плевать на все ваши чертовы вранье и частные банки. На крутые тачки плевали мы, нас много, братишек. Мы рисуем для города, чтобы обломались все.
Фух.